Здравствуйте, на библейский портал «Экзегет» пришел вопрос. Откуда взята фраза «в чем застану, в том и сужу»? В Библии ее нет. Действительно, в Библии такого прямого слова об этом нету. Хотя у пророка Иезекииля есть слова, которые перекликаются с этой мыслью. И мы знаем, что Господь многократно рассказывал и предупреждал о том, что в час, который не знаете, придет Господин и будет смотреть, как управитель дома распоряжался его имуществом. Вот ночью придет, и вы не знаете, когда воры подкапывают и крадут. То есть вот это внезапное появление Господа, внезапная смерть и потом суд, многократно описано в притчах Христовых. Но сами слова, приписываемые Иисусу Христу, они относятся к так называемым аграфам, то есть к тем словам Христа, которые сохранило церковное древнее предание, но которые не вошли в текст самого Евангелия. Они, эти слова, находятся в книге Иустина Философа, Иустина Мученика, относящейся ко II веку, который называется «Диалог с Трифоном Иудеем». «Потому-то наш Господь Иисус Христос сказал, в чем я найду вас, в том и буду судить». Эти слова, они говорят нам о том, что человек продолжит, скажем так, путь своей души, которым она шла в течение всей его жизни. Вот в каком состоянии будет человек на смертном одре или перед, может быть, внезапной смертью, в таком состоянии его душа будет потом. А состояние души перед смертью – это результат его духовного труда или его отсутствия. Если человек всю жизнь пребывал и любил молитву, если он каялся, если он занимался делами милосердия, если он творил дела любви, то даже если он умрет внезапно, он все равно вот в этом будет судим, понимаете? И в этом он будет свой для Царствия Божия. А если человек пребывал все время в гневе, если человек воровал, блудил или делал какие-то другие грехи, вот где он будет? Разве может он войти в Царство Небесное? Один современный проповедник иллюстрировал это так. Он говорил, вы попробуйте взять современного какого-нибудь завсегдатая тюрем, который там 4 или 5 ходок уже сделал, для которого тюрьма – дом родной, а на свободе он не умеет жить. И представьте себе, что вы поместили его в монастырь к преподобному Сергию Радонежскому при жизни Аввы. Да он на третий день оттуда сбежит. Он просто не может там находиться. В карты никто не играет, никто не пьет, никто не матерится. Все друг другу уступают, все трудятся и много-много часов молятся. Ну как ему там быть? Да? Он выберет что-то совершенно другое. Вот поэтому то состояние духа, которое будет у человека как итог его жизни, в этом человеке будет судим. Более того, мы веруем, что Господь, видя, как дальше будет развиваться душа человека, Он берет, забирает из жизни человека тогда, когда он ближе всего к небу. Вот в Евангелии от Марка есть удивительная притча, когда Господь говорит о том, что Царство Небесное подобно зерну, которое пускает корень, который человек посеял на своем поле, оно пускает корень, потом стебель, колос. Да? А человек ложится, встает, спит и не знает, не слышит, не чует по-славянски. А как оно восходит? Вот человек не знает, как в нем созревает Царство Божие. А когда созреет колос, немедленно посылается серп. Вот это удивительные слова. О том, что Господь не ждет. Если человек сейчас ближе всего к Царству Небесному, Господь, поскольку он милосерден, он хочет каждому человеку спасения, он забирает его из этой жизни. Видя, что, может быть, и пользы другим человек не принесет, и будет потом стремиться уже не туда. В этом, может быть, один из возможных ответов на тайну, почему Господь иногда праведников забирает рано из жизни. Вот. А еще, может быть, потому что там они ему нужны с какими-то другими трудами, с которыми мы совершенно пока не знакомы, даже представить их себе не можем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.